Доброго времени суток! Сегодня мы расскажем вам о вазах. Хотя тут есть, как вы видите, интересные лотки, картины. Вот, ну это стульчик мы сразу берем. Прикольный, декоративный, да? Вот. Он тоже есть у него особенности, то есть это... просто не могу не упомянуть, очень интересный, прикольный, это курорт в Англии, очень известный, тут фотографии, по-моему, где-то 20-х годов, я не будем останавливаться, потому что и так получится сегодня у нас, я думаю, не короткий репортаж, потому что на столе, конечно, у меня сегодня много, я положил вот и картин такая очень интересная, мне нравится, с одной она, где-то у нее какая-то простота, да? Потом вот такая вот интересная тоже лодочка, тоже кажется маленькая, но тоже есть определенные особенности, есть о чем рассказать. Это тоже будет, я анонсирую в следующих выпусках, я просто убираю. Как вы видите, очень большая картина. Это я все делаю анонс. Вся она фарфоровая или керамическая. Здесь вот есть что тоже, да, рассказать, но я просто коротко. Керамическая. То есть вот все вот так вешается, большая, тяжелая, что-то около 2 килограмм. Вы знаете, вот в своей простоте, какой-то такой, с одной стороны, неброскостью, мне так она понравилась, я вам честно говорю. Вся она полностью литая из керамики. То есть какое-то определенное сочетание, я как ее увидел, я думаю, блин, вообще просто. Я сразу ее понял, что она будет моя. Потом... Сегодня не будет рассказ про моржа, но, вы знаете, казалось бы, ну что там в нем прикольного? Какой-то морж, а потом присмотришься, такое, вот эти складочки, вот эти его глазки. То есть, ну я не знаю, про него надо вообще, просто я вот его когда в руках держал, ну держишь, когда он моим стал, я понимаю, что это морж, блин, я его продавать не хочу. У меня многие такие вещи, казалось, там, ну даже бывает, возьмешь для продажи в чистом виде. Но елки-палки, я как бы никогда, там, зверушка особо, не любитель, там, возьмешь птичку, возьмешь там собачку, блин, и начинает так нравиться, что... ну вот это, наверное, из зверушек. Ну, мне тяжелее всего будет расстаться. Ну, смотрите, какие ласты. Смотрите, какой он такой добрый. Такой, такие у него... А? Ну, я не знаю. Ну, такой прям охота его поцеловать. Ну, красавец. Ну, просто. А если бы... Честно говоря, вот жалко нет... Я люблю композиции. Жалко нет, там, чтобы мама была, там, детишки, ребятишки. Ну, это, я думаю, альфа-самец. Если кто знает, у них обычно, честно скажу, у них там, наверное, гарем жен, там, может, 30-50 жен. Я думаю, они особо бьются. Конечно, мужчины у них там настоящие бьются. Я вот смотрю, люблю канал Discovery. Вот видите, я уже остановился на... Не хотел про нее рассказывать, но просто не могу. Просто я, наверное, моржей, может, уважаю, может, я смотрел канал Discovery. Как они бьются. Просто не на жизнь, а на смерть. За своих положение. Положение. То есть лучше иногда умереть, чем позорно бежать. То есть бьются они за самок, честно скажу. Это просто что-то. То есть поэтому я его себе оставлю, наверное, тоже как символ альфа-самца и символ мужчины. Просто хочу его оставить. Ну, про него будет отдельный репортаж. Я думаю, что-то подчеркнуть еще. То есть бесподобный. Причем это брендовая вещь. Как вы видите, да? Порцелайн и 70, по-моему, 5-го года. То есть он в почтенном уже возрасте. Представьте, ему 45 лет. Вот. Ну, расскажем про него отдельно, убирая в сторону. Не хотел рассказывать, но просто не мог не остановиться. Вот. Сегодня все-таки расскажу про три здесь вазы. У меня отлично лоток. У меня был еще Гойбелский лоточек. Ну, это тоже лоточек, когда увидел. Я вообще такие вещи хочу там поставить под... есть рамка, прям специально ставится. Ну, это как тарелки, если кто знает. И они отлично смотрятся. Ну, прежде всего, греческая тематика. Прежде всего, посмотрите, да? Что орнамент, что сами женщины. Ну, и причем это брендовая вещь. Тоже можете наблюдать. Wedgwood, Bonchin, то есть сделано.
китайский материал, скажем, сделан в Англии, все тут 80, но я сейчас особо не могу разглядеть. Но это мы расскажем в следующем репортаже. Я такие тарелочки вообще хотел, лоточки набирать. Были у меня уже, кстати, наверное, репортажи я так быстро продал, что не успел снять репортаж. Очень красивые там тарелки Ренуар бывают. То есть такие делают тарелки по мифам, по легендам, по картинам известных художников, репродукции, естественно. То есть делают такую не просто там красивая тарелка там женщина, а это делается именно, вот если тут бывает почитать, вот, то dance, вот видите, этрусские танцы. То есть это часто бывает именно тематические вещи, что я обожаю просто бесподобно. Поэтому я когда такие тарелки вижу, обычно по, скажем так, нормальной цене, ну, у каждого цена как нормальная, у всех разная, слово нормально, да, такие я сразу беру себе в коллекцию, просто, просто однозначно. То вот ваза, что вот огромная, посмотрите, какая ладья. И вот такая вот тоже ваза интересная. Про них мы, я думаю, как я сейчас быстро стараюсь гнать, рассказывать, потому что у меня бывает затягивается репортаж, многие могут при этом уснуть. Поэтому я стараюсь говорить быстро. Не знаю, к сожалению или как кому нравится, поэтому напишите, стоит ли мне ускоряться или стоит рассказывать спокойно, чтобы вы вот так релаксировали и могли неспокойно, не торопясь посмотреть и подумать. Ну, посмотрите, какая огромная ладья, просто, просто вот рука моя, вот стаканчики, стопочки. У меня они были, это, естественно, каподемонты, как вы видите. У меня про них, по-моему, был репортаж, я сейчас уже могу что-то опутаться. И такая ладья просто, вы понимаете, она стилистически подходит. Это, естественно, каподемонда, просто более где-то, я думаю, ранний период. Вот. Но богатая, шикарная, тоже те же самых херувимы. Здесь все стиле такое рококо, барокко, как минимум. То есть все изысканно, все богато. То есть все налицо. Ну и тем еще херувимов. Само исполнение. Посмотрите, что здесь. Специально так сделан, как будто это фаянс или майолика, которая со временем потрескалась. Даже здесь так стилизовано. И со временем, если кто знает, то фаянс, он обычно сам по себе от времени трескается. Что мы здесь и можем наблюдать. Вот видите? То есть пошли такие возрастные изменения. Вот. То есть я сейчас период более точный буду устанавливать этой ладьи, но для меня вот эти вот возрастные изменения, я вам честно скажу, мне наоборот по, ну, в тему, в том плане, что это как минимум витражный предмет, и наоборот вот эти, знаете, я не хочу вот этот современный лоск, блеск, или, то есть это, я считаю, просто говорит о том, что это реальное. Реальный, как минимум, винтажный экземпляр. Как минимум, винтажный. Да, он определенного стиля. Где-то может быть броскость, где-то его стиль там рококо, барокко. То есть, ну, я любитель экспериментировать и собирать разные стили. Ну, вы посмотрите. Ну, просто убойно. Просто. Если есть где-то, наоборот, бывает пастельные тона, где-то какие-то вот глухие, вот даже у тех же итальянцев, вот у меня стоит статуэтка, посмотрите, да? Посмотрите, вот такие глухие тона используются. Здесь же, ну, наоборот, что сами крупные такие, посмотрите, золотые линии, что сами крупный рисунок, золото, ярко. Это никакой не бисквит, а наоборот, то есть глянцевая отделка, и здесь то же самое. Просто считаю, шикарная композиция. То есть мне эта ваза, я именно, если кто знает, я стараюсь
не только расширять свой ассортимент, а чтобы он был в широком ценовом диапазоне, опять же, различных стран, времен, народов и стилей. То есть я любитель, вот знаете, под настроение. Возьмешь такую вещь и ну просто в восторге. Вот я вам честно говорю. Можно наоборот где-то взять какую-то глухую вещь, я и там могу найти красоту. Поэтому вот, ну, не знаю, считаю, что ну вообще просто превосходно. Хочу сделать музей вот именно различных стран, времен и народов, чтобы можно и различные стили, и был Каппадимонт, и была Германия, и была что-то глухое, и пастельные тона, и 19 век, и 20-й. И Леандру нравится. Вот у меня, кстати, девочка, сейчас мы отвлекемся на секунду. Вот, ну посмотрите, да, тоже в стиле Royal Copenhagen, что вот статуэтками про них расскажу. Все никак не получается. Вот Германия, тоже тематика, тоже очень интересная. Как вы можете представить, на ВДНХ стоит такая женщина, схожая с копном ржи. Это тоже определенный символ. Но не сегодня. Или вот девочка, посмотрите. А? Тоже испанская. Валенсия. Бесподобно. Казалось бы, глухая какая-то, но в этом и есть ее скромность, есть ее какая-то сдержанность, какая-то тишина, какое-то спокойствие. Ну, просто вот на нее начинаю я смотреть, вот так смотрю, и на душе становится, ну просто, я не знаю, ну просто глаз от нее не могу оторвать. Смотрите. Ну опять сразу задумаюсь, что у нее там в стакане, куда она несет воду, вот руку она как склонила. Так, ну это я опять увлекся. Потом. Вот такая вот ваза. Посмотрите, я, честно говоря, очень-очень доволен и очень удивлен. Тоже броское такое же, то есть исполнение, что здесь в центре, что сама вот как бы плетеные нитки, вот эти веревки, золото, окантовка, розы, все в целости сохранность. Я просто поражен. Вот что здесь лепестки, цветочки, розы. Часто ну, предлагают. Я скажу вам честно, что-то где-то какой-то имеет скольчик. Или бывает, вот знаете, ну такую смотришь красоту, там бах, вот тут цветок отломан, бах, вот тут лепесток. Ну, казалось бы, да, да. Ну, можно сделать нисхождение. Ну, когда в таком вот исполнении, ну, просто я не вижу недочетов. Просто вот смотришь и получаешь тоже наслаждение. Что касается клея, вот тут немножко подстерлось, но если присмотреться, вот тут корона N, то есть это явно, и тут вот надпись, ее, наверное, где-то мыли, отмывали, вот там какие-то вроде трещины, но непонятно, не знаю, может что-то восстанавливалось, может где-то отбивалось, ну как бы я так не вижу, но что-то вон там, какие-то есть вопросы. Но мне нравится на все 100, ни одного как бы нет у меня претензий к данному изделию. Вот, вот здесь видите корону, по-моему, в золотом нанесении. Что-то почему-то подстерлось, да. Это нам, конечно, не нравится, но в целом изделие мне нравится. Это Каппадимонт, то есть то же самое, что и вот эти бокальчики, и вот эти вот просто ладья шикарные, шикардосные. Исполнен очень, конечно, я считаю, интересно. Интересно. Что окантовка, что вот сами вот эти веревки, сама форма. Положить какие-то сюда конфеты, я думаю, будет, ну, так поставить, подать там конфеты, там кушать. Это будет тоже, я считаю, довольно-таки интересно и стильно. Теперь на очереди у нас ваза кобальтовая. Посмотрите, я вот про эту вазу у нас уже был обзор, поэтому повторяться я не буду, но покажу просто, они вот стоят, ну, практически в один рост. Подставка тоже. Каждая по-своему хорошая. Это немецкая. Тоже ведь темно-синий фон. Тоже декорированная. Просто ручки, посмотрите. То есть хорошо поставить их вместе и сравнить. Вот. Я сейчас покажу тоже сразу. Посмотрите, какие богатые ручки.
Здесь тоже. Ну и здесь бесподобный вообще, сам по себе богатый очень дизайн. Мелкие такие цветочки. Про него сейчас расскажу. Тоже ручки шикарные. Но здесь ничего нет, просто. Ну, такой дизайн. Горлышки у них интересные. У обоих. Можно обои использовать, потому что что здесь, что здесь. Все подходит. Вот, ну здесь, конечно, центральная часть просто, я считаю, ну не могу я как бы сказать, что лучше, потому что здесь тоже достойный, да, красивый такой орнамент. Но здесь вот это как в виде медальона, мне кажется, все-таки побогаче. Несколько смотрится побогаче. Вот за счет того, что золото больше. Цвет такой королевско-синий. Вот. Потом ручки тоже вензелями свисать. Ну, не знаю, ручки не могу сравнить, потому что там шикарные тут. Вот. Но в целом, наверное, ваза, это, конечно, если кому интересно, напишите, какая больше, кому нравится. Ну, это чуть-чуть, может быть, попузатить, чуть-чуть повыше, чуть-чуть побольше. Подставка тоже. Ну, тяжело, тяжело мне очень. Здесь сейчас мы вам покажем. Есть здесь номер. Вот Англия. Производство. Вот такая вот у нас. Можете наблюдать. Empire, империя, Англия. Вот такое вот исполнение. Ну и здесь сам, конечно, орнамент, сам рисунок достоин отдельного. Можно посмотреть, рассмотреть. Такая. Это может быть из каких-то тоже мифов, я так думаю. Думаю, что это не просто так. Это какие-нибудь мифы, легенды, полубоги. Ну, как обычно это делалось. Вот, к сожалению, я пока не знаю ничего, что тут изображено. К сожалению, я люблю такие темы. Вот. Потому что сама тема по себе всегда придает ценность предмету. Не только в цене, но и саму ценность. Потому что, ну, здесь цветок, да. То есть бывает, вот чем также лотки бывают, Гоэмелский известный, или там его посуду, тем, что он берет на картину, допустим, всемирно известную, которая известных художников, которые выставлены в лучших музеях и галереях мира. То есть изображает, что и сразу придается ценность. Не просто там цветы. Вот были бы цветы или там подсолнухи Ван Гога, да. Но это совсем была другая ценность. Также здесь, если взяты с какого-то произведения, с какого-то, допустим, картины или известных там какого-нибудь, взяли Леонардо да Винчи, взяли и здесь бы изобразили, то поэтому у любого изделия начинает в случае какого-то там, как вы понимаете, интересного изображения, тематического, и у него уже начинает, естественно, так же, как у автора, вот сделал бы ручную работу какой-то там крутой мастер изделия, почему и цена не просто там какой-то серийный, там китайщина или современщина, ну, я думаю, все понятно, а если это изделие какого-то мастера, какая-то тематическая работа, очень редко, да еще там очень старый, то она вообще бывает очень дорого стоит, но это и в картинах также, в любом искусстве и предметов старины, декора, антиквариата, но всего что угодно, как вы понимаете. Также художники современные тоже ценятся, есть у них. Есть художник, условно говоря, картин, там у одного стоит 2000 рублей, у другого 20, а у другого 20 тысяч долларов. Также и все здесь. Так что ваза, я считаю, сама по себе очень интересная. Вот, ну где-то я так думаю, предположительно она винтажная, я так думаю. Вот точно я сейчас надо уточнить, конечно. Но так я думаю, вот судя вот по этим вон, золотым, он Empire England. Я все-таки думаю, это винтаж. Ориентировочно, там 60-е, там 70-е года. Ну так, как вы понимаете, это английская. Это у меня немецкая уже был обзор, если интересно. Вот, ну по вазам, я надеюсь, будут у нас тоже обновления. Потому что мне ваза самому нравится. То есть, вот такая ваза, вот такая. Вот такая. Вот такие вазы у нас тоже были на обзоре. Посмотрите.
тоже все немецкое, все брендовое, это я так, к слову, если не видел кто-то. Интересное, вот, видите, КПМ, ну это уже винтаж, КПМ, Royal Bavaria, вот это тоже вроде казалось маленькая ваза, такая аккуратная, ну такая, в ней есть определенный стиль, очень легкий, смотрите, тоже КПМ, Бавария, немецкая, декоративная, неброская. Потом вот тоже, если кто не видел, тоже интересная, тоже немецкая, тоже брендовая. И винтажик такой, можно использовать, очень схожий стиль, как вы видите, что цвета, что само исполнение схоже. Вот тоже немецкая, если кто не видел, ну это винтаж, но брендовая. Так что были у нас вот такие вот вазы, даже появляются вот такие интересные предметы, предметики, посмотрите. Тоже роспись, здесь тоже сцена, такая лодка венецианская, флорентийская и так далее, да? Смотрите, знаете их, у них есть определенное название, согласны, кто знает, напишите. Это, по-моему, Лимож, можете рассмотреть, то есть это тоже как бы не просто так. Видно, нет. Очень интересная такая сувенирная лодочка. Ну, а так на сегодня, я думаю, достаточно мы рассказали, достаточно показали. Я думаю, были интересные предметы. Вот в своем они ценовом диапазоне. Вот, кому-то они могут быть дорогим показаться, кому-то, наоборот, неинтересными, слишком дешевыми. Потому что есть люди, которые любят предметы по 1000 евро стартовой ценой, да, и так далее. Музейно, так скажем. Содержание и музейной цены. Ну, у нас таких экземпляров нет. Будем, конечно, надеяться, что мы будем расти, расширяться. Но это немножко шутка была, потому что это слишком далековато. Но мы будем пока работать более в своем диапазоне. Так что спасибо всем за просмотр, спасибо всем за лайки. Подписывайтесь, следите за новинками. Всего вам доброго. Скоро, я надеюсь, у нас будут новые репортажи. Вот, ну и спасибо. До свидания. Если, да, скажу, если вам интересно, будут лайки, будут просмотры, будем снимать. Не будет лайков, снимать не будем. Вот и все. Так что до свидания. Будем заниматься другими делами, а не снимать видео. Так что ставьте лайки. До свидания. До новых встреч. После видео, как обычно, еще фото.